Здравствуйте, дорогие друзья! Через несколько минут начнется наш межвузовский обучающий семинар. И со мной Елена Владимировна Штриховая, проректор по научной работе Института мировой экономики и информатизации. Здравствуйте. Елена Владимировна, а можно вот узнать вот тему семинара, чему он будет посвящен и чем мы на этом семинаре займемся? Сейчас начнется семинар по теме «Работа в электронной библиотеке и системе Science Index». Основная цель семинара – представить нашим преподавателям максимально полную информацию о работе в электронной библиотеке и системе Science Index. А почему так важно быть зарегистрированным в научной электронной библиотеке? В настоящее время РИНС и Science Index собирают наиболее полную информацию о российских и зарубежных публикациях, то есть отражают данные о количестве публикаций автора и количестве цитирования его статей. То есть РИНС и Science Index, они являются своеобразными индикаторами авторитета и востребованности научных публикаций. Хорошо. А вот обыкновенный пользователь, который зарегистрировался в научной электронной библиотеке, вот какие издания Институт мировой экономики и информатизации и Московского экономического института он может найти, увидеть, вот, зайдя, вот, как вот, существует какая-то система поиска? В научной электронной библиотеке и системе Science Index собраны все публикации авторов, в частности наших преподавателей. И это научные публикации в различных журналах, материалы конференций, в которых они принимали участие, а также их монографии. И приятно отметить, что, например, монография нашего преподавателя, доктора наук Князького Игоря Олеговича, «История России в портретах ее правителей» также представлена в научной электронной библиотеке. И любой пользователь может познакомиться с этим материалом, познакомиться с этой публикацией и получить много полезной информации. Ну, вообще видно, что семинар удался. Вот наблюдая за нашим профессорско-преподавательским составом, мы с вами видим, Елена Владимировна даже напоминает студентов, с каким интересом они сели за компьютеры, задавали в ходе семинара соответствующие вопросы. Вот искренне им это интересно и нужно для работы. Елена Владимировна, ну, по-моему, семинар удался. Я впервые видел наших преподавателей такими заинтересованными, мне даже чем-то напомнили наших студентов. Я надеюсь, это не последний семинар, будем продолжать. Ну и, конечно, оставайтесь с нами в нашем канале. Всего доброго, до свидания. До свидания.